Привет всем! Мы находимся сейчас в Митино. Это такой район Москвы, который, правда, находится за МКАДом. Поэтому некоторые не знают, что в Москве есть такой район. Но как бы то ни было. Сейчас мы находимся рядом с парком на улице Барышиха. Вот справа у нас там парк. И идем на самую-самую первую площадку в Митино, которую вкопали буквально своими руками инициативные люди, из которой началось развитие движения воркаут в этом районе. Именно на этой площадке устраивались все там сборы, собирались люди, проводились мероприятия. Вот. И благодаря ей удалось показать власти, депутатам, что реально есть запрос. Есть запрос на воркаут. И поэтому нужно поставить в районе больше хороших площадок. Собственно, думаю, до них мы тоже доберемся. Ну а пока посмотрим, стоят ли те самодельные, стоят ли турнички. Так, осталось только понять, какой из оврагов был использован. Да, все на месте. Все здесь стоит. Вот там вот внизу, если кто видит. Стоят брусеньки, стоит рычаг. Блин, что-то я оделся не по погоде. Мне как-то сказали, что минус 2 на улице. Я такой, эй, минус 2, это же мало. Можно одеться полегче. Ну твою ж налево. Господи. Будем надеяться, что я не особо провалюсь в снег, следуя чьим-то следам. Ёшкин кот. Прям сноубординг. Без борда. Блин, сноускейт бы сейчас не помешал на самом деле. Охренеть, здесь как глубоко все. Ух, ну вот мы и пришли. Вот на этих вот. На этих вот вещах. Видите, какая самодельность-то, а? Ну как бы. О. Если есть желание, то тренироваться тебе не важно на чем. И сильнейшие ребята из Митино занимались на этих турничках, прокачивая свой уровень. Видите, вообще из каких-то остатков какого-то железа все это сделано, самодельное. Что-то уже тут подваливалось. Да, здесь был еще один турник. Не выдержал времени. В общем, вот с этого начинали в Митино. Я застал это время, я помогал ребятам развиваться. Собственно говоря, здесь мы сегодня и потренируемся, вспомним, с чего все начиналось. И это не последняя поездка в этот район. Я еще пару раз точно съезжу, покажу вам другие площадки, которые удалось поставить. Вот. Так что, если хотите добиться хорошей площадки, все в ваших руках, все в ваших руках. Ну, об этом расскажу в конце видео.
Ну вот такая вот вышла тренировка сегодня. В целом, несмотря на то, что на этой площадке по факту почти ничего нет, это не какая-нибудь там модная, современная, с кучей разного оборудования, с резиновым покрытием. Нет, это вот дух старой, доброй советской площадки. Хотя она и не советская ни разу. Но тем не менее, это вот то самое уличное железо, которое по-настоящему сделает ваши мышцы стальными, как говорил Стас Капоне. И заниматься здесь действительно очень и очень приятно. Вот прям давно не радовался так. Хотя, может быть, это просто я выспался сегодня, в отличие от двух последних недель. Не знаю. В любом случае, еще одна техника остается позади. Завтра нас ждет новая техника, новая площадка, новая тренировка. И с каждым днем мы все ближе к окончанию программы. Поэтому все, кто все еще с нами, все, кто продолжает тренировки, вы все большие молодцы. Будем двигаться в том же духе. И до Нового года закончим программу. На этом все на сегодня. Увидимся завтра. Пока.